Здравствуйте, поздравляем вас с тем, что вы дошли до финала на Moscow Open 2021. Поделитесь вашими эмоциями об игре и о турнире в целом. Да, спасибо за поздравления. Конечно, немного расстроена, что сегодня проиграла, но моя соперница очень хорошо играла. Я ее поздравляю с отличным турниром, с отличным выступлением. В целом, я здесь играю уже, вот, играла 2 года назад, получается, это был предыдущий турнир. Тоже сыграла в нем очень хорошо, поэтому очень рада, что я в этот раз сыграла хорошо. Счастлива сюда возвращаться каждый раз. Спасибо большое всем организаторам, которые в этом участвовали. Очень приятно играть каждый раз. Скажите, пожалуйста, является ли поражение для вас мотивацией для еще больших побед в будущем? Да, безусловно, особенно когда такие поражения, потому что видно, чему учиться, видно, чего не хватает. Как сказать, что мой соперник challenge me. Поэтому да, только вперед к новым свершениям и работать.